Привет, YouTube. Привет, подписчики канала. Кто следит за каналом, помнит, мы делали самодельный электровелосипед на 20-х колесах. Вот сейчас я его покрасил, и начинает он выглядеть приблизительно вот так. Еще как бы есть что доделать. Будет меняться звездочка на педалях, сами педали. Но общий вид начинает получаться. На что-то это уже похоже. Погодка, конечно, сегодня не очень. У нас даже снег пытается идти. Еще как бы из-за звездочки цепь не натянута. Велокомпьютер стоит. Ключ, как на мотоцикле. Индикация заряда батареи. Там переключатель скоростей. В таком классическом чоперном стиле получается. Ждем батарейки, буквально через несколько дней должны приехать, и сделаем покатушку на нем, снимем это все в ходу. Так что оставайтесь на канале, выложу видео по покатушке. Спасибо, что смотрели. Кому не жалко, ставим лайкос. Бьем в колокол, для того, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!